Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советская статуэтка «Нахимовцы» Ленинградского фарфорового завода. Статуэтка классная, не дешевая, без дефектов, без сколов, без трещин. Вот такие статуэтки ценятся коллекционерами, собираются. Вот они там читают чего-то. Великолепная вещь вообще, шикарная просто. Кто занимается фарфором, статуэтками, обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео, чтобы другие увидели эту красоту. Какая четкая детализация вообще, как живые прямо. Очень красиво выглядит. Теперь посмотрим по каталогу более детально. Нахимовцы, высота 18,4 см, была разработана в 1949 году художник Лупанова. И такой вот каталог я себе купил, классно. Если кого-то заинтересуют каталоги, контактный номер под любым роликом вы сможете найти и заказать у меня. Если у вас дома остались подобные статуэтки, может быть, какие-то другие, не обязательно такая, я готов покупать по самой максимальной цене по Украине. Вы делаете фотографии качественные, отсылаете мне на Viber, на WhatsApp и тут же получаете оценку конкретно ваших статуэток. Для подписчиков моего канала я произвожу абсолютно бесплатную оценку любых предметов антиквариата. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!